Привет всем! Хотел бы поделиться небольшим лайфхаком для тех, кто хотел бы сэкономить на запчастях для лодочных моторов. В данном случае мотор Yamaha 30 Detto, и проблема возникла с нижним саундблоком упора ноги. Появился люфт, довольно значительный. Поехал я в магазин узнать цену на этот саундблок. Цена у нас в Латвии на него 100 евро, что довольно дорого для куска резины. Я решил сэкономить и вырезал вот такую прокладочку, открутил прижимную пластину, вставил туда прокладочку и вместе со старым саундблоком все это дело стянул. Люфта больше нет, нога стала жесткой, поэтому я думаю, что это неплохой вариант, чтобы сэкономить. Всем удачи на воде и до скорых встреч!